После разноса статуи свободы я решил выпить кофейку, точнее пролить его на ноутбук и посмотреть вновь ютубчик. Надпись на табличке «Почему я так туп?» Ну что ж, поплыли к оперному дому. Кстати, нужно заценить мою новую пукалку. Моя оса, или это пчела. Не, на осу больше похоже. Хотя нет, на пчелу. Да, по-моему, это пчела. Она шмыляет своими... как это называется? Блин. Фух. Я думал, я сейчас огребу. Она, короче, шмаляет своими самонаводящимися иглами. Причем у этих иголок тоже есть маленькие крылышки, которыми они летят до своей цели. Блин, походу это будет долго. Да сейчас я вас тут... Сейчас я вот так вот вас клешнями нафиг. Ха-ха. Разбежу. Какие акулы, кстати. Я только сейчас обратил внимание, что здесь плавают железные акулы. Неужели эти медвежки додумались сделать похожих на рыб роботов? Так. Давай, сейчас я тебе клешню, я только подплыл. А, нет, пчела уделала эту баронированную штукенцию. Ну давайте, давайте, подлетайте ко мне. О, сундучок. Сундуки я люблю. Сейчас я его цапну. Вначале заморозим и будем бомбить. Вот так вот, да. Лови клешню! Лови краба! Сейчас, давай! Ха-ха! Ты тоже сейчас отхватишь. Подплыви только поближе. Что-то не хочет он подплывать. Вот так, замечательно. Сильная волна. Ну давайте, людишки, показывайте, на что вы способны. А я кручусь, а я верчусь, словно в парке аттракционов нахожусь. Ай. Слушай, ну это самонаводящаяся оса или пчела, она прям выручает. Надо побольше таких рук сделать, слушай. Убрать пингвина, может быть? Или нет, одну крабью руку убрать и сделать осу. Ой, божечки. Петух? Нафига мне ДНК петуха? Я даже не представляю, что этот петух будет делать. Он, наверное, будет кукарекать и звуковой волной расшибать всех этих роботов, дронов и все человечество. Ладно, сейчас посмотрим. Мне интересно даже, сколько стоит эта голова курицы. Она стоит 150. Дамаг у нее очень низкий. Но мне очень любопытно посмотреть, что же она умеет. Поэтому мы прикупаем еще одну щупальцу, куда бы ее пришпандорить. А давай вот сюда снизу. И покупаем курицу. Ха-ха-ха, у меня стало больше щупалец. А это означает, что я стал еще сильнее и непобедим. Ох, ладно, поехали, проверим нашу куриную голову. На что она способна. Эй, людишечки. Петух несет яйца, да вы прикалываетесь. Кстати, на нас налетает робо-пираньи. Офигеть. Кстати, по-моему, да, яйца наносят урон всем вокруг. Ой, блин, жиськи. Курица, давай сюда стреляй яйцом. Вот так. Ай, ну же. Блин, кстати, на самом деле курица мощная. Ну-ка яйцом в сундук. Да, нет, не шибко. Сундук она не разбомбила. И, кстати, что очень печально, у меня жизнька. Жизнька есть. У меня была одна жизнька, но вдруг к нам прилетела еще одна. Это очень выручает. Да что ж такое-то? Ай! Была жизнька, нет жизьки. Весь прикол, что у меня один хп и жизик-то и нет больше. Дабл вейв. Да вы что прикалываетесь, нафиг? Помянем нашего Октагедона. Он воевал за справедливость и за свою правду. Люди его ненавидели и все-таки одолели. Прощай, Октагедон. А можно мне еще одну жизнь, пожалуйста? Опа! Здорово! Катфиш Карл из Ми. Что это значит, не знаю. У нас есть возможность купить... Кстати, вот для чего нужны эти были ракушечки. Хо-хо-хо! Я могу себе прикупить третью жизнь, могу купить телепорт... Куда-то шорткат. Это ж телепорт вроде, да? Но он очень дорогой. Могу купить себе каску, прикинь, каску. Давай купим каску. Я хочу каску. Она мне по-любому нужна. Каска из мозгов. Это же так круто. А также я могу себе купить... Чего ты там брянчишь по своему японскому? Чего? Надпись на кружке. Я знаю. Я слишком молод, чтобы выглядеть как бабушка.
Да-да-да, возвращаемся сюда. Это же ДНК дикобраз. Ты прикинь, какими мощными иголками он может лупить. И стоит он, в принципе, так серьезненько. Я также могу еще прикупить один слот в лаборатории, чтобы у меня была возможность апгрейдить больше щупалец. Или все-таки купить вот эту штуку. Давай вот эту штуку купим, я прям вот хочу ее купить. Чувак, да ты запарил. Со своим японским и со своим китайским. Так, значит, давай вот эту штуку возьмем. Или и кобру купим. Купим кобру. Так. Кинкобра! Нифига себе. Лан, 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 лан. И покупаем эту штуку. Все, я купил. Спасибо тебе, японский. Это сом? Ну, похож на сома, да? А фиг его знает. Ладно, поехали отсюда. О, нет. Все по новой, вы прикалываетесь. Ладненько, я сейчас это быстренько пройду, и мы пойдем кружить дом оперы. Воу-воу-воу, телепорт! Давай-ка сюда, телепорт. Что это такое? Воу, как меня засосало! А, это я прошел первый уровень, что ли? Нифига себе, значит, все-таки не зря я купил этот телепорт. Значит так, кобра, что она делает? Очень быстро пуляет ядом. По сравнению вот с этим вот. Да, здесь low damage, а здесь medium. Ну, короче, намного быстрее она пуляет. Значит, покупаем кобру сюда. Покупаем еще одну щупальцу. Покупаем вот это вот. И пингвина, давай, ладно. Все, по полному, по фулу, короче, зарядился. Во. Мои щупальцы снова вернулись. Ладно, погнали на людишек. О, смотри, здесь эта рыбка, за которую мы играли. Я ее могу купить за 500 баксов. Ху-ху. Давай возьмем. А, прикинь, это типа мой друган будет. Он плавает рядом со мной и защищает меня от всякой человеческой нечисти. Круто! Мой маленький дружбан. Ну что ж, пошли разорять человеческую планету. Да, я почти дошел. Друганище мой в водном пузыре. Сейчас посмотрим, на что он способен и как будет бомбить. Давай, друган, защищай меня. Спаси меня от этих пираний и акул, летающих в небе. Ох, я забыл тебе сказать, что эти акулы перебрались из второго этапа в первый уровень, так сказать. О, жизнь прилетела. Здорово. Чё, показать вам мощь моей маленькой дружбенцы-рыбки? Смотрите! Как это круто. Короче, эта рыбёха, по моему желанию, надувается и разносит всех в округе. Это же так круто. Вот это дружбан. Все, помчали отсюда, рыбёха. Правда, у меня жизнек опять мало. Точнее, ХП. ХП мало, а жизньки две. Сколько ядерок. Да вы офигели с двух сторон зажимать. Так нечестно. Давай, рыбёха, давай, сейчас твой нас... Момент, момент! Рыбёха, ты чё меня подводишь? О, да, я дошел. Я вернулся именно на ту позицию, где меня остановили. Они думали, что остановили, но на самом деле они ошибались. Ага. О, смотри, какая ядерная подводная лодка плывет. Ну-ка, давай ее бомбанем. О, сами себе ловушку сделали, людишки. Фух, ты посмотри, какой у меня мощный осьминог. Две пчелы, две кобры, одни мощные клешни, ну и, конечно же, пингвин, куда же без него. А, да, еще маленький мой друган. Друган, который умеет надуваться. Я его так обожаю, он меня столько раз выручал. Сейчас я тебе покажу. А, ты же видел, я же показывал уже, как он надувается. Так, сколько ядерных подводных лодок плывет. Ужас, ужас, как они засоряют океан. Ох уж эти людишки. Ну ничего, октоген. Ой, октагедон накажет их. Октаген. Так, варнинг. Очень опасная волна. Подожди, босс? Ты серьезно, босс? Мегапеди. Мегапеди, что это такое, мегапеди? Это подводная змея. Ой, божечки. Заморозь ее, заморозь. Она разделилась на две. Клешни мои, кусайте этих. Давай, цапни ее. Надуйся. О-о-о-о, их стало три, господи, как их много. Заморозь. Кусни. Не подходи ко мне, а то кусну. У меня есть мощные клешни. Танцуем мы с тобой танго. Змейка. Проказница. Почти все, почти уделал эту змею. Фу-ху. Она даже ко мне ни разу не подлезла. Это так круто. Я чувствую себя бессмертным. Я тебя сейчас на ужин зажарю. А-а-а, блин. Накаркал. Засранка мелкая. Да господи, как она близко. Фух, фух. Давай, есть. Фух. Вот это прикол.
Последняя голова змеи была такая шустрая, просто капец. Так, ну и что я смогу себе приделать? Наконец-то эта каска появилась. Я так ждал эту каску, чтобы ее купить. Есть, ты посмотри теперь, какой у меня скафандр, просто непробиваемый. У меня теперь щит есть, между прочим, во. Фу, надо еще экстра лайф себе купить. Одну хпшечку я потратил, но у меня есть одна жизнька. На всякий пожарный все-таки экстра лайф надо будет потом купить. А также надо 5000 накопить, чтобы купить новую щупальцу и пришпандорить туда что-нибудь новенькое тоже. Че-то много размышлений, лучше поплыли. Так, мы выходим на сушу, наконец-то я добрался до оперного дома. Сейчас я их там бомбану, если доползу. Ползем. Ха, людишки боятся меня, кричат, визжат и убегают. Ну что, мой надувательный друг? Это я про рыбку, которая в водном пузыре плавает. Ты посмотри, там ракеты! Справа ракеты! Ой-ой-ой! Вы офигели, что ли? Так, куда эти ракеты сейчас прилетят? Ага, вижу. Офигеть. О, жизнька! Ништяк. Кусай щупальца, кусай их. Вот так вот этим ракетам. Офигели совсем. Страх потеряли. Меня просто так не взять. Летающие рыбы. Где это видно было? Фантастики, наверное, пересмотрели. Поехали дальше. Кручусь, верчусь, как колобок. Кенгуру, смотри, там кенгуру, у них в городе кенгуру есть. Офигеть, люди, вы с ума точно сошли. Наверное, кенгуру из зоопарка сбежали. Думаю, эти люди совсем ни на что не способны. Пойдем позыркаем лучше на этого огромного осьминога. Зрелище и хлеба нам, говорят зверюшки. Чё-то я за зверей стал говорить. Я скажу с ума вообще. Суши на меня плохо действует. Так, давайте, ломайте это здание. На нас ракеты летят, между прочим. Вот так, уходим отсюда. Фух, успели. Мы все успели. Так, опасная волна пошла. Катимся быстрее отсюда нафиг. Чтоб нас тут не забомбило. О, сколько пираний. Да вы что, офигели что ли? Я никогда столько рыб не видел. Хотя пиранью, ну да, пиранья это ж рыба. Правда, это робо-пираний. Давай. Были пираньи, нет пираний. Всех бомбанул. Щупальца, кусай. Кусай шустрей. Блин, ракеты полетели. Ну, клешня, кусай. Кусай быстрей. Ха, ракеты промахнулись. О, чё это? Жабья щупальца. Офигеть! Она же будет, наверное, своим языком так пью-пью и притягивать к себе или зажевывать, или что, я не знаю. Сейчас посмотрим, сколько она стоит вообще. Где это? Фрог? 800? Вместо чего бы тебя поставить? Я даже не знаю, это сложный выбор. Самый дешевый у меня здесь это пингвин, но он меня столько раз выручал своей заморозкой. Ладно, пришло время с тобой попрощаться, пингвидос. Давай пока. Я хочу жабу. Жаба! Почти дошли до этого оперного дома. Жабенция, давай! Вы чё? Электричество какое-то здесь пускает. Ну, капец. Жаба, ну-ка давай, показывай. О, смотри, как она своим. Офигеть! И чё мне теперь делать? Погоди. Ха, круто! Она, короче, ё-моё, как это круто! Она своим языком цепляет. И я могу как дубинкой дубасить все, что захочу. Давай. Вот так вот вам. А вот эту возьмешь? Нет. Ракетницу не взяла. Не хочет. Воу-воу-воу, полегче. Сколько здесь? Что-то как-то я не успеваю глядеть, откуда, чего, как. На меня налетают. Так. Главное не влететь в молнию. Точнее, в электричество. Кусай. Да что ж такое-то? Вот. Взорвали наконец-то. Сейчас, тихо. Электричество, проходи. Все, можно, можно. Едем быстрее, едем быстрее. Пчелы, стреляйте, ну стреляйте же. Окружают меня. И с тылу, и спереди. Не, лягуху надо было, наверное, все-таки не покупать. Какая-то она слишком мне не нравится. О, а вот это мне уже нравится. Вот это круто. Бабах ее. Блин, не, она все-таки крутая. Лягуха крутая, ничего не скажешь. Просто надо грамотно ей пользоваться. Ек. Подъезжаем к дому. Хватай рыбу! Жри рыбу! Лягуха, давай! Да блин, она... Ай! Попробуй еще попади. О, смотри, ракета прям в дом прилетела. Ой-ё, вот люди тупицы. Ну, людишки, вы даете. Так. Кусай. Стреляй. Пуляй.
Ракета на ракету летит. Я надеюсь... Нет. Было бы прикольно, если бы ракетницы друг друга бомбанули. Это было бы нечто. Жаба, давай. Давай, давай. Вот. И теперь... Вот так вот. Блин, не получилось. Я хотел ракетницу накрыть ракетницей. Поехали дальше. Чем дальше, тем круче, тем эпичнее. Бронированная летающая фигулина. Какая-то черная. Это, наверное, Zero. Zero броневик какой-нибудь. Я не знаю, или как это назвать еще. Ракетница чуть в себя не попала. Ох уж эти людишки. Так, едем дальше. Кенгуру, здорово. Хочешь, я тебя подвезу куда-нибудь? Таксану, так сказать. Надоело крутиться, вертеться. Клешня, где ты? Давай, цепляй. Есть. Ой, там две ракетницы стоит, надо поаккуратнее быть. Может, вы мне поможете дом этот разнести? Стреляйте в дом. Ага. Вот так, промахнулись. Молодцы. Жаба, хватай их. Вот так вот вам. Warning lane. Все. Люди разозлились. Правда, они мне все равно ничего не сделают. Хе-хе. Надо поскорее разрушить вот это здание. Там ракушечки. Как же я люблю пчел с их самонаводящимися... О, я рыбу схватил. Летающую рыбу наконец-то я поймал. И ракушки еще захватил. О, такое ощущение, как будто я банк ракушек грабанул. Ну все, я наконец-то добрался до оперного дома. Последний, как это сказать, не шаги, у меня ж нет ног. Последний круголян. Ну, крутануться, как колобок, в смысле. Ну ты понял, да? Так, значит, и покупать я пока ничего не хочу, да мне нечего. Я коплю я на щупальцы и на экстра лайф, вот. Поехали. Оперный театр. Вам хана. Нефиг было говорить, что осьминог тупой. Я сейчас вам отвечу за тупицу. Сейчас отхватите у меня люлюху. Здоровую люлюху. Ха-ха. Вот так тебе, этот истребитель. Блин, да чё вы такие злые-то? Откуда у вас вообще робо-пираньи есть? Хотя, ладно, это неудивительно. У них же есть летающие рыбы. Так, о, сколько этих полетело, истребителей. Сейчас. Был истребитель. О, подожди, хочу. Прикинь, я вот эту здоровую штуку взял. А если вот так вот? А если вот так вот сейчас? А ну вон! О, прикольно. Жаба-то такая крутая. Как же это круто. Офигеть. Жаба, я тебя обожаю. Ты своим языком такие штуки вытворишь. О, погоди, босс. Босс. Схватка века. Кенгуру с бумерангом. Ой-ой-ой, главное на меня не прыгни. Дуреха. Кусай ее, клешня. Давай, клешня, кусай. Жаба мне в этом деле не поможет вообще никак. Она промахивается, она не знает, что хватать у этой кенгурахи. Блин, как бы мне так подкатить, чтобы клешня ее кусала? Можно я к вам подкучу? Подкучу как-нибудь. Вот, вот так. Опа! Интересно, она бумерангом будет пользоваться или нет? Или он так, для прикола? В руке подержать чисто. Кенгуряха. Опа, бумеранг полетел. О, это плохо. Очень плохо. А, нет. Я думал, он по низу полетит. Прям по мне. Так, давай-ка мы вот сюда сейчас отъедем. Ай! Ой! Нет! Мой панцирь! Мой кипарик! Ну ладно, то он и был надет на мне, чтобы защищать меня. Не понял, у тебя что, два бумеранга? Это как так вообще вышло? Надувной друг, выручай! Вот так вот. Кстати, у нее... Эй-эй-эй, нет! Больно, прям в мозг прилетело. Ты мою мягкую... Да что ж такое-то, бумеранг опять? Да капец. В мою мягкую голову приземлилась эта кенгуруха, засранка. И две жизни забрала, еще и панцирь забрала. Каску, точнее. Прыгучая обезьяна, а не кенгуруха. Достала меня это. О, наконец-то я добрался до оперного театра. Все, вам кранты. Хватай лягуха. Вот так вот, сейчас их своими же самолетами забомбасим, заточим. Вот так вот. Лягух, давай следующую. Следующий самолет хватай. А, не успела. Ну. Друган, давай бомби. О, круто.
Чуть-чуть осталось. Давай. Ну, клешня, ну быстрее. Да пожалуйста, смотри, сколько летит на нас. Есть, оперный театр. О, яйцо. Что за яйцо? Что там? Это мой следующий маленький друган. Кто там? Звезда каратист. О, боги. Я мечтал о звезде каратисте. Это мой... Патрик будет. Патрик каратист. Все, поехали. Посмотрим, что этот Патрик умеет. Патрик. Еее, ты посмотри, какую он звездочку делает. Колесо, точнее. Кручусь, верчусь. По дну верчусь. Так, собираем наши... Ай, блин, не уследил. Крышечки. Интересно, звезда тоже надуваться умеет? Сейчас мы это пробнем. Хопа. Если будет какой-нибудь опасный момент, мы применим свою тайную способность. Я даже не знаю, что это такое, но мы это увидим. Звездень моя, крутись. Ракушки собирай. Давай. Какие-то фиговые ловушечки для каратиста-то. Каратист вообще как нефиг делать. Уворачивается от этих мин. От этих молниеносных опасных штук. Вот этих капсул. О, ракет полетели. Накаркал опять себе всякую... Ой-ой-ой, опасно. Вот так вот, видали, как я... Что это? Это панцирь черепахи. Блин, я даже свою тайную способность не использовал. Ну вот. О, панцирь черепахи. Интересно, он будет, наверное, бить как кулаком этим панцирем, а? Я думаю, да. Жалко, там черепахи нет. Панцирь черепахи. Ну да, это, короче, блокировать всякие пульки, шмульки. Ну не, так неинтересно. На сегодня мы с тобой ушатали оперный театр. Так, этим людишкам, из-за того, что они называли меня тупеньким, я пришел и показал, насколько я крут. Так что, если тебе нравится эта игра, и ты хочешь продолжение, я даже не знаю, на что мы в следующий раз полезем, что мы будем бомбить у людишек. Но это все зависит от них. В общем, с тебя лайкосик, комментосик под видосик. И подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего разрушительного видосика Октагедона. Ну все, а я с тобой прощаюсь. Тебе удачки, всего лучшего и покеда. Во, вот так, все.